Сегодня я была на открытии магазина нишевой парфюмерии «Ориенталь». И немножко расскажу вам, потому что эмоции переполняют, когда эмоции переполняют, я хочу рассказывать прямо сейчас. Я пошла туда после работы, после 6, сейчас уже 9 часов. Я буквально пришла минут 20 назад и сразу в ванную, потому что ноги гудели от того, что мы там стояли, и уходить не хотелось, и каблуки, и потом еще пешком домой шла. В общем, я побила сегодня все рекорды. Но зато эмоции. И пока я еще не голодная, хочу есть, но пока я еще не поела, я вам лучше расскажу, потому что ароматы еды иногда никак не совместимы с ароматом парфюмерии. Кстати, я не помню, говорила или нет, самый лучший рецепт, как держать себя в форме, как похудеть, это пользоваться духами и косметикой. Когда ты о ней читаешь, когда ты слушаешь ароматы, я как-то не могу думать о еде. Это другие разные миры. Они прекрасные и тот, и этот, но вместе я их не очень люблю. Вернемся к магазину. Столько эмоций. Я очень горжусь, наверное, да. Я так часто в последнее время особенно слышу, что наши дагестанцы чего-то добиваются, какие-то они креативные. Это какие-то узкие миры, куда пока, по крайней мере, входит только, наверное, лишь малое количество людей. Хотелось бы, чтобы это было, конечно, больше. Но, может быть, этим оно и ценно. И мне так приятно, что сейчас мы были на открытии магазина. Презентацию проводил парень Камиль, который создал этот магазин. Это его, по-моему, второй магазин. И представлял он эту парфюмерию. С какой любовью он говорил. Все это хочется покупать сразу, потому что я вообще советую всем ходить на такие презентации, потому что когда вы просто слушаете аромат, даже хочется сказать, когда вы нюхаете аромат, тогда это просто понюхали и пошли. А вот когда вы его слушаете, и когда вам рассказывают историю аромата, когда вы вместе с ним проживаете, по крайней мере, тот момент, пока вам рассказывают о нем, вот тогда вы его с собой, если покупаете, уносите и потом несете просто в жизнь. Столько всего он сказал, столько мы всего послушали. И покушали тоже, кстати. Было очень приятно, звучала музыка, была скрипка. Я, наверное, буду делать такие вставки небольшие, потому что хочется, чтобы вы еще и послушали, не просто картинки. Примерно, наверное, ощутили сейчас, какая была атмосфера, уютная. Такое ощущение было, что мы все знакомы, как-то вот все было просто и легко. И Камиль, располагающий к себе, рассказал обо всем. Вот когда человек занят любимым делом, когда он рассказывает об этом с любовью, это сразу чувствуется, это принимается. И мне кажется, такие начинания обязательно ждет успех. Потому что, ну, по-другому быть не может, не должно быть уж точно. Кроме скрипки и кроме того, что он рассказывал обо всех ароматах со страстью, иногда с придыханием, с любовью, с теплом, я все больше и больше влюблялась во все эти ароматы, но не только я думаю, там было много людей, которые были так же заворожены, как и я. Было угощение, фотографы, скрипка, как я уже сказала. Кстати, скрипка, вот это было для меня что-то новое. И так было все подобрано, со вкусом, тонко, очень красиво. Мне очень понравилось. Я ценю такие вещи, конечно, безусловно. В конце нам подарили совершенно неожиданно цветы. Я хочу показать вам. Такие стильные, даже не хочется мне говорить. Смотрите, какой букетик. Кстати, не всем достались такие цветочки, я даже не знаю, там в основном были розы, а у меня какие-то вот такие. Кто знает, что это за цветы? Вот там у них есть пестики, тычинки. Желтенькие. Они похожи на розы, может быть, это какой-то сорт розы, не знаю, и листья какие-то другие. Я не буду вам их показывать, не получится. В общем, вот такие букетики. Нежнейшие. Я как раз хотела сегодня купить
цветы, чтобы фотографировать свою косметику, и вот цветы у меня теперь есть. Белая с нежным зеленым, очень красиво. Спасибо большое, я за это не устаю благодарить, потому что наша жизнь иногда такая, как день сурка, и какие-то яркие пятна, я не хочу называть это ярким пятном, но что-то необычное, интересное, волнующее, когда в жизнь плавно входит, это так приятно, безумно. В общем, я очень рада, что сегодняшний день сложился именно так у меня. И еще было не меньшим сюрпризом, кстати, мы там все блоттеры, нам раздали много-много блоттеров, раздавали по мере того, как он описывал ароматы. Вот я подписала, которые мне особенно понравились. Вот здесь это белая роза. Сейчас она совершенно по-иному заиграла. Какая красивая белая роза, мне понравилась. Кто там будет, я оставлю вам ссылку на Инстаграм, вы сможете найти. На первом этаже находится магазин или бутик скорее. Я что слышала, записывала, написано Стилайт, я не знаю, может быть Стилайф, может Стилайт, может правильно. D600, это все ароматы, вот этот аромат, мы, знаете, вышли с подругой, уже вечер, и мы шли через парк, а там такой аромат травы, свежего воздуха, вечера, и он как раз рассказывал о том, что ночь в Дохе, есть этот аромат, и он теплый, и так мы это сильно ощутили. Все-таки на улице, вечер, лето, улица все-таки по-другому ощущается, чем в магазине. D600. В общем, я просто в восторге. Вот их визитные карточки. Так. И нам подарили подарки. Я думаю, что многие со мной согласятся, что самые приятные подарки – это неожиданные. Вот. Это небольшие пробнички ароматов, которые мы там слушали. Вот так вот они упакованы. Вот, смотрите, милые прелестники. Так, я боюсь читать, потому что вот я помню, что он говорил «Три семерки», Стефан. Так, «Флиртения» и так, «Доха». Там не очень видно. Вот, два у меня есть таких парфюма. Завтра я буду... Совершенно по-другому хочется даже сказать, звучать. Так, и вот еще. Вот этот я не поняла. По-моему, мы его там не слушали. Парфюм Де Вояж. Вот такой. Это большой достаточно пробник. Вот такие приятные подарки. И еще сертификат. Роза Петра. Не помню, показала вот этот личный аромат. Так, кто у нас поклонники парфюма, приходите в этот магазин, потому что там есть атмосфера. Атмосфера для аромата, она очень важна. Я думаю, что больше, чем для косметики, все-таки парфюм, он заслуживает и хочет, чтобы он был как-то выделен. И этот магазин именно такой атмосферный. И еще нам подарили сертификаты. Это очень приятно, неожиданно. Вот так, и мы довольны, пошли домой. По-моему, были довольны все, всем очень понравилось. Это было видно по лицам людей, что никто не торопился, все выражали благодарность. И мне это не очень удалось сделать, потому что там было много людей. Но сейчас, пользуясь тем, что у меня есть канал, я могу это сделать, сказать Камиль, спасибо огромное всем организаторам, потому что это не так часто у нас в городе, и тем еще более приятно. Сейчас я расскажу еще об одной новиночке, она уже не имеет отношения к этому магазину. Ну, просто сегодня я получила снимать видео только из одного, я не буду. Включу его сюда. Это сыворотка. Я ее еще не пробовала, поэтому я просто вам ее показываю. Посмотрите, какая красивая. Очень симпатичный флакон. Это наше российское производство. Я стала говорить, и у нас салюты. Видимо, так. О-хо-хо, это наша дудушка. Многие называют ее дудушка. Я попробовала только просто немножко на руку. Шелковая текстура написана здесь. Это так, шелковая сыворотка. Это действительно так, как шелк. Очень легкая. Быстро распределяется. И странное ощущение. Вроде бы есть масло, и в то же время как будто улетучивается. Но об этом я буду говорить потом, потому что нет смысла, наверное, описывать ее, если я не знаю действия. Нужно наносить было на влажные волосы. А так как я уже голову мыла, я не могла это сделать, потому что в течение дня только получила. И это недорого. И говорят, что действенно. Будем с вами проверять, тестить, следить за волосами.
Делает волосы более гладкими, блестящими, прямыми и предотвращает сечение кончиков. Сечение кончиков – это проблема у всех. Я думаю, что каждая девушка, которая хочет что-то красивое, люксовое, но не имеет возможности купить, может приобрести вот этот продукт, потому что его здесь достаточно много, он хватит надолго и плюс хорошая цена. Так что вот, пока я еще не говорю, что советую, но просто примите к сведению. Я расскажу об этом потом. Все будет только чуть-чуть попозже. Сначала это будет, конечно, в Инстаграме. Я с вами прощаюсь, пишите свои впечатления, если вы были в этом бутике или у вас есть вот эта штука. Всем пока-пока!